Всех приветствую на своем канале. Вот мои цесарки, пара диких уток и индюшечка с ними. Как они тут и сидели, так и сидят все вместе. Сейчас у нас на улице морозы сильные ночью, поэтому поставили им обогреватель. Но это не для них, а для перепелов, для вот этих товарищей. Потому что они морозов боятся. А эти спокойно без обогревателя могли жить. Ну и им дополнительное тепло. Сейчас открыл двери, чтобы посветлее было снимать. Ну, в общем-то, видео не об этом. Сегодня я пришел к ним и нежданно-негаданно нашел яичко. Вот такое вот яйцо. Это не цесарок яйцо. Это яйцо от дикой уточки моей. От Милки красотки. Вот такое яичко. Вообще я от нее не ждал. Цесарок уже жду, чтобы занеслись. Но от нее я и не ожидала. Но мне сейчас и не нужны эти яички. Но очень рад, очень приятно, что она занеслась. Хотя вот от тех, от кого жду, никак не занесутся. Цесарки уже давно жду, от них пора им занестись. От индюшек всех жду. Гусям уже пора. Как бы, ну, уже многие должны нестись. Но от уточки я и не ждал, оно мне и не нужно. Как бы думал, ну, весной занесется и нормально, сейчас все равно не нужны яички. Но она порадовала нас своим первым яйцом. Как бы сейчас оно только на еду будет, не инкубировать, не ее сажать я не собираюсь, так как холодно. Да и плюс эти яйца сейчас будут у нее, если я плодотворенные, то от бегунков. Она потому что постоянно с ними тусила, и я сомневаюсь, что Ричик ее топтал. Сейчас я их отсадил вот тут вот парочкой, и если Ричик ее уже топчет, то через пару недель будет и от него оплот. Но пока что толку с этих яиц все равно не будет никакого, будем их кушать. Вот такое вот яичко, покажу вам его на свету. Похоже на индоутинное чем-то, только поменьше. Такого как зеленоватого, что ли, оттенка. У нас еще вот где-то снежок есть, но в основном, конечно, потаял. Оно так, потому что то теплее, то холоднее, что-то растает, потом все замерзает. Ну вот где-то еще снег есть, а где-то уже все без снега. Как сфокусировать? Фокусируйся, вот такое яичко. Так что вот такая вот Милка молодец. Снял вам такое небольшое видео и буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!